В рамках празднования Дня города и района для жителей и гостей было подготовлено немало подарков. Одним из них стала выставка-ярмарка славянских товаропроизводителей, где можно было не только познакомиться с продукцией, попробовать ее, но и приобрести по праздничным ценам. Славянский район сельскохозяйственный, в котором выращивают практически все, что можно вырастить на Кубани, начиная от риса, пшеницы, овощей и фруктов и заканчивая рыбой, мясом, молоком. Многие славянские предприятия удостоены знака качества, сделано на Кубани. Одно из них – Черноярковский рыбзавод. Рыбзавод Черноярковский снова сегодня представил свою рыбную продукцию. Рыбная продукция признана лучшей в крае. Рыбзавод Черноярковский поздравляет всех жителей и гостей с Днем города. Еще один обладатель знака качества «Сделано на Кубани» – предприятие «Славпром». Вина «Славпрома» – это образец современного винодельческого мастерства. Изготавливают их только из натурального сырья, выращенного на собственных виноградниках под Новороссийском. К празднованию Дня города и района предприятие для жителей и гостей построило целое кубанское подворье с несколькими фотозонами, столами для дегустации, ну и, конечно же, подарками. Мы насколько любим свою малую родину и людей, которые рядом с нами, да, и я хочу сказать, что подготовили небольшой праздник, 95 лет Славянскому району, и мы решили тут продукцию свою тоже продавать по 95 рублей. То есть у нас есть такая на отдельные виды продукции определенная акция. И поздравляем от всех, от всей души. И желаем, конечно, всего самого-самого доброго. Самое главное, чтобы люди были счастливы. И тогда, мне кажется, у нас все получится. Поэтому всем большого-большого человеческого счастья. Всю представленную на выставке продукцию отличает высокое качество и, что немаловажно, доступные цены. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Виталий Коленко приехал из станицы Петровской. На своем огороде он выращивает экологически чистые фрукты и овощи. Продукция, которая выращена, это наша собственная продукция. Занимаемся фермерством уже второй год, а до этого занимались личным подсобным хозяйством всей своей семьей. У нас принцип огорода, поэтому мы стараемся выращивать все, что у нас есть. Участвуем в ярмарках выходного дня, посещаем Краснодар, приезжаем в родной Славянский район. Вот. И такие мероприятия нам дают возможность не только реализовать продукцию, но и дополнительно рекламируют нас и нашу продукцию. Появляются дополнительные рычаги для того, чтобы реализовывать. Покупатели с удовольствием знакомились с продукцией, представленной на ярмарке. С пустыми руками отсюда никто не уходил. Купили перец, горчи не бывает, лук хороший, выращенный здесь, родилась, выросла в этом городе, всю жизнь проработала. С днем рождения, любимый город. На выставке была представлена не только сельскохозяйственная продукция. Посетители могли узнать о современных экологичных способах уборки дома, познакомившись с продукцией компании «Greenway». Компания производит вот продукцию, всю экопродукцию, дом без химии. Рассказываем, как можно избавить дом полностью от бытовой химии. Мы можем полностью помыть кухню, не применяя моющих никаких средств. Мы можем помыть ванну, все в ванной. Мы можем вымыть весь дом, не применяя бытовую химию. Во все времена пользуется спросом посуда, изготовленная вручную из натуральных природных компонентов. На выставке каждый желающий мог попробовать освоить древнее гончарное ремесло. Мастер-класс проводили специалисты гончарной мастерской Антона Курлянчикова. Мы изготавливаем сами посуду ручной работы. Вот глина у нас есть, разные керамические изделия мы делаем. Скрываем глазурь, начинаем, конечно, все с простого. Нужно добыть глину. Перемять хорошенечко, нужен круг, и вот мы можем гончарь приступать. Посуда ручной работы, она, конечно, сохраняет тепло наших рук. И мастер, конечно, делает индивидуально каждую посуду. Невозможно своими руками сделать много одинаковой посуды. Этим мы отличаемся от производства. С ярмарки жители и гости нашего города уходили не только с покупками и впечатлениями от увиденного, но и с прекрасным настроением, которое дарили народные творческие коллективы. Гармошечка, играй, разговаривай, свои тайны выдавай, не утаивай. Разверни меха пошире, душу нам открой, на Кубани и в Сибири вместе с нами пой. И в Ростове, и в Ростове, и в Тамбове, и в Тамбове под
гармошки переборы, переборы заскучать вам, заскучать вам не дают. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Праздничный выпуск программы «События».